В июне этого года выпускники городских районных школ проходили одно из важных испытаний в своей жизни – сдавали единые госэкзамены по обязательным предметам и предметам на выбор. В 2012 году, как в предыдущие годы, обязательными предметами для сдачи в форме ЕГЭ на государственной аттестации выпускников были русский язык и математика. По результатам двух обязательных экзаменов три человека в городе не сумели преодолеть минимального порога ЕГЭ по русскому языку, 7 по математике. В результате русский язык пересдали все, математику только один выпускник. 6 выпускников остались без документа об образовании и получили справку об обучении в образовательном учреждении. В Рассказовском районе результаты ЕГЭ следующие. Русский язык не сдали 3 человека, а математику – 17. С учетом пересдачи минимальный порог по русскому языку преодолели все участники, а по математике – лишь 5 человек из 17. Результаты участников ЕГЭ на территории города по основным показателям на уровне прошлого года. В районе отмечается снижение среднего тестового балла по сравнению с прошлым годом.